Сегодня в Москве начал работу международный форум «Армия-2018». Здесь презентуют инновационные разработки для оборонно-промышленного комплекса. Среди экспонентов и чувашские предприятия. Деловую миссию возглавляет руководитель республики Михаил Игнатьев. В стартовый день на полях форума проходят показы для официальных делегаций. На стендах предприятий республики презентуют ленты для автоматов, тросы для парашютов, передвижные комплексы, спортивное оборудование и амуницию для военнослужащих. Выставка, проходящая в подмосковной Кубинке, должна помочь наладить новые контакты. В рабочем графике главы Чувашии ряд деловых переговоров с руководителями предприятий и представителями Министерства обороны. Форум продлится до конца недели. В его рамках пройдет порядка 140 мероприятий. Все это время на площадке центра «Патриот» будет выставлена техника, стоящая на вооружении военных, от новейших модификаций автоматов до зенитных установок. Сегодня на выставке работали и мои коллеги Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Подробности в следующих информационных выпусках.